Привет. Вот я недавно снял видео про то, как правильно активировать древесные угли. И многие комментируют, что это не активированный уголь, потому что уголь должен быть активирован без доступа кислорода. Они говорят правильно, потому что вот если обратите внимание, вот выходит пламя. Разве это кислород? Я не думаю, что это кислород. Там нету кислорода, потому что при нагреве древесных углей до 1200 градусов появляется газовая среда, которая называется восстановительная среда. То есть там нету кислорода, там есть только углекислый газ. Вот. Температура на поверхности древесных углей очень высокая, и эта энергия передается вглубь, то есть к самим древесным углям. Таким образом, этот активированный уголь, она активируется без доступа кислорода. Получается такой абсурд. Мы кислородом блокируем кислород. Спасибо за внимание.